Озвучка Джейкуб представляет. Неважно. Это слишком громко. Привет. Приятно познакомиться, ребята. Рад вас видеть. А вы знали, что я буду здесь? Почему вас так много? Я... Прямо сейчас? Какова причина моего эфира? Я голоден. Я голодный. Я не должен есть что-то слишком тяжелое прямо сейчас. Я просто спал. Но я так проголодался. А я подумал, что я не должен голодать, поэтому приготовил кое-что. То, что я приготовил, это... я так голоден сейчас. Я пойду спать сразу после еды, ребята. Я поем и попрощаюсь с вами. Скажу вам до свидания. Я так голоден. То, что я приготовил, это водоросли из семян перилы. Овес и коричневый рис конжак. Это все диетические продукты. И... Я не то принес. У меня был тот, который я уже использовал. Жареный рис. Жареный рис. Жареный рис. Просто жареный рис с овощами. А вот так. А потом... Сувид, куриная грудка. Я приготовил все это. А я правда очень проголодался. А будет очень вкусно, если я съем это все. А еще я возьму соевый соус и красную пасту чили с кунжутным маслом. Я буду наслаждаться такой едой. Но это лучше, чем рамен. Я, правда, много размышлял об этом. Должен ли я есть рамен? Или вместо него я должен на это съесть? А где же это? Где же это? Где мое оливковое масло? А я его не вижу. Где же оно? А где ты? Почему его здесь нет? А где же оно? Почему я не могу его найти? Меня это расстраивает, правда. Должен ли я тогда это использовать? Итак. А я сделаю это так. А я действительно проголодался прямо сейчас. Так что хочу приготовить все быстро. Я сейчас быстро приготовлю еду. Я очень голодный. Я умру, потому что я так голоден. Я вчера... Вчера... Это было вчера, да? А нет, сегодня. Сегодня. Прямо сейчас. И вчера, и позавчера, с 3 часов ночи, я ничего не ел. Я пил кофе с утра. А я просто продолжал пить кофе. Я пил кофе и воду. Если вы посмотрите сюда, у меня здесь болячка. Так что я пил лекарства. А я поем, почищу зубы и сразу засну. Я уже умылся. А я такой уставший прямо сейчас. Я быстро приготовлю еду и... Иначе я умру. Думаю, что я умру. Look who we are.
We are dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are dreamers, we make it happen. There's those ones that get a match, respect, oh yeah. Ай, он очень острый. Я голоден. Поскольку я голоден, не останавливайте меня. Я так устал прямо сейчас. Я не знаю, прямо сейчас. Не знаю, что мне сейчас делать. О, нет. Что такое кулинария? Это чистота. Быстро-быстро, пока убираю мусор. Я попробую. Во-первых, мне нужен тунец. Вот он, тунец. Бывает, здесь у меня светлый тунец. Сначала я избавлюсь от масла, а масло я вылью. Кулинария – это чувство. А я не могу переборщить. Понимаете, о чем я? О, очень вкусно. А нет большой разницы, да? Оно не так уж и отличается. Этот тоже немного соленый. А вот почему это 195 калорий. Мне не нужно прилагать много сил, верно? Мясо очень мягкое, потому что приготовлено so white. Я буду прилагать силу в конце. Сделаем это вот так. Затем повернем. Я уже ел такое в эти дни. А даже если взять тунца, тем не менее, это моя первая еда. Даже если я не прилагаю усилий, куриная грудка такая мягкая. Я ем только эту куриную грудку. Она очень вкусная. Сейчас я такой уставший. Я думаю, что мне действительно стоит поесть перед сном. Если я не съем это перед сном, я не вынесу этого на следующий день. Мое негодование будет очень высоко. Это ведь так несправедливо, если я не буду есть весь день. Верно? Итак, я нарезал куриную грудку. А не знаю, что теперь. А нож теперь не нужен. Я уберу его. И я приготовлю ложку. Я снова не помыл ложку. А это не та. Какую из них я не мыл? А, я эту не мыл. Ложки, правда. Я так устал. Я устаю, но когда я устаю, у меня просто повышается аппетит. Я должен есть. Я не могу удержаться от еды. Как мне это сделать? Давайте посмотрим. Во-первых, вы должны разогреть сковороду. Я ее разогрею. I will air.
Я так устал. Как вы, ребята? Так как овощи заморожены, я просто положу овощи в масло. А так как это нержавеющая сталь, нужно хорошо ее разогреть. А вы должны прогревать ее в течение длительного времени. Именно так и нужно делать. Я голоден. Я голодный. Я думаю, что добавление тунца и риса сделает блюдо немного соленым. А затем половинка красной пасты чили с соевым соусом. Так как я не добавляю устричный соус. Просто красная паста чили. Совсем немного. Я голоден. Сейчас готовлю кое-что диетическое. Это все еще диета. Честно говоря, я не ем красную пасту чили. Я также не добавляю кунжутное масло. А масло перилы хорошее. Я увлекся приготовлением макгуксу с использованием масла перилы. Я ел макгуксу с маслом перилы 3 раза в день. Не было больше перилового масла и гречневой лапши. А вот почему я собираюсь съесть это и лечь спать. Я поем, переварю еду и пойду спать. Да. Я выгляжу красиво? Я специально сделал это 720p, чтобы оно выглядело красиво. Я не очень хорошо выгляжу, если разрешение слишком высокое. Я голоден. Давай побыстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Оливковое масло подойдет, так как это не насыщенный жир. Наливаем немного масла. О боже, я могу много добавить. Но точка воспламенения... Что такое точка воспламенения? Так или иначе... А что это? Это не нагревается быстрее, чем обычное растительное масло. Если видите, что пошел дым, то убавьте огонь. Если вы постоянно нагреваете ее на медленном огне, нержавеющая сковородка прослужит вам дольше. Все будет в порядке. Итак, сначала я кладу овощи, а потом... А в любом случае, эти 2 ингредиента уже готовы, поэтому просто соедините их вместе. Тем не менее, тунец нежный, поэтому я добавлю его первым. Я положу его, а затем добавлю рис. Когда влага выкипит, я добавлю соевый соус. Разогрею все это и добавлю 1 ложку красной пасты чили. Хорошенько размешаю и добавлю кунжутное масло. И тогда я снова это перемешаю, и все будет прекрасно. Я голоден, очень голоден. Я голоден, ребята, и чувствую себя таким уставшим. Ах, как захватывающе! Как захватывающе! Спасибо за еду. Я буду стоять, пока буду есть. Это раздражает. Возьму немного риса. А также зачерпну этого. А вы знаете, это сам джанг из тунца. Выглядит вот так. Красная паста чили, куриная грудка, жареная красная паста чили. Даже так вкусно, правда. О,
Я думаю, я все не съем. Я должен оставить это на завтра. Или все съесть. Даже картошка хорошо проварена. А мне сесть? А вы хотите, чтобы я сел? Это вкусно. Вкусно получилось, правда. Я не наберу вес, даже если буду это вот так есть. Если я просто буду есть это вот так. Если я буду есть это 3 раза в день, тогда я наберу вес. Но даже так я смогу набрать. Итак, сыр расплавился. Это сыр. Вы видели, когда я принес сыр? Рис и водоросли. Действительно, сыр – это любовь. Это тоже, кстати, диетический сыр. Было бы здорово просто смешать сыр со всем этим. Вкусно, да еще и с запахом сыра. Я тоже за количество важнее качества. Должен ли я смешать это все? Я должен переварить пищу и тут же лечь спать. Я так голоден был сегодня. Это так вкусно. Я сам это приготовил, но это так вкусно. Это действительно легко сделать. Посмотрите, как вы следите за мной. В этот раз я очень скучаю по тем временам, когда делал куриный мукбанг. Я действительно скучаю. Я добавлю сюда еще один кусочек сыра.
Что? Damn. Это так вкусно. Это вкусно. И если я ем такую еду, я чувствую себя прекрасно. Действительно. А мучного здесь нет. Честно говоря, готовить самому я могу есть и просто спать. Если я буду в хорошем настроении и буду выходить в эфир, армии тоже будут проводить со мной время. Приятно проводить с вами время. А вот почему я начал этот эфир. Вау, я так счастлив. Это не слишком соленое. Совсем не соленое. Это потому, что я добавил много овощей? Если я обычно делаю так, просто добавляю красную пасту чили. И соевый соус. Да, красная паста чили. А я также могу это все пожарить. А что хорошего в приготовлении такой еды, так это... Когда дело доходит до еды, я не умею ее контролировать. Если я заказываю много, нет предела. Я просто ем это все. У этого же была приготовлена одна порция. Морские водоросли тоже уже готовы. Это просто... В таком случае нет причин много есть. И после еды, даже когда проходит время, я не думаю о еде. Но это... Когда у меня перед глазами еда, мои глаза сходят с ума. Так как я люблю много поесть, это становится проблемой. И водоросли. Конец. Было очень вкусно. Это было действительно вкусно. Я счастлив, счастлив, счастлив. Я так счастлив. Я счастлив. Это было так вкусно. Это было вкусно. Это было так вкусно. А завтра я помою посуду. Я не могу сейчас, потому что я устал. Но это было очень вкусно. Yeah. Good. Good, good, good.
И что ты собираешься делать, если станешь моей ложкой? А? Что? Что ты будешь делать, если будешь моей ложкой? Я учусь игре на гитаре в последнее время. Вам показать? Ребята, а вы знаете, как долго я учился играть на гитаре? А вы будете удивлены. Я взял только один урок. Я покажу вам дух новичка в этом деле. Это все? Все? Да, думаю так. А я покажу вам этот дух. Сейчас я покажу вам, чему научился. Я покажу вам, как себя чувствует новичок в этом деле. Я имею в виду поза. Я вам все сейчас покажу. Поза неудобная. Нет, это не то. Рука странная. Это был день первый. День первый. Не бывает людей, у которых все получается с первого раза. Позвольте мне умыться. А за мной там ничего нет, верно? Итак, пока. Я вкусно поел. А сейчас я уйду. Я поел, вот почему я ухожу. Я пойду. Не уходи, не уходи. Не уходи, не уходи. Пока, 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 пока. Я не могу быть с вами, потому что я очень устал. Пока. Я правда выгляжу усталым, не так ли? Вы должны отпустить меня из-за такого состояния. Посмотрите на меня. Выгляжу очень уставшим. Я должен уходить. Пока, я действительно ухожу. Пока-пока. Да, просто еда.
Еда, она. Я просто собираюсь. Хотел показать вам, что я ел. Поскольку сейчас 5, я должен идти. Пока. Это была озвучка Джейкоб.